Сегодня, как ни странно, Грише даже пришлось будить. Он сам не проснулся, да? Хочешь еще поспать? Угу. Ну, сейчас позавтракаешь. И что нам надо делать? Спать? Да. А потом проснуться, пообедать. И что делать? Спать? Да. Гриша, так можно все время проспать. Ничего не увидеть, кроме своей кроватки. Кровать — это святое. Да. У меня здесь уже разогревается масло для гренок. Здесь я взбиваю два яйца. Сразу видно, что они не домашние, эти яйца. И пожарим сейчас Григорию быстренько греночек. Так, Григорий завтракает и идет потом. Ну что же? Давай. Все, я пошла вязать, хорошо, сынуль? Там у тебя все записано, что задано? Да. Давай, у Гриши сейчас английский. Нет. Не можешь? Ну, открывай табличку. Вот там где-то словарик. А вот. И вклеить. Да. А я опять клей в папку. Ну, ничего страшного. Сейчас заедем, купим клей с тобой. А то у нас даже дома нету клея-карандаша, да? Давай так. Разбирать буквы. Это какая буква? Стой, а еще же учить говорили. Стой, в учебнике у меня отмечено. Я же тогда забыла таблицу. Сейчас там еще учить. Сейчас я покажу. Давай, сейчас делаем английский. Где? Как всегда, с утра начинаем делать уроки. Стой, где? А вот. Вот, все, которые... С новыми английскими буквами нужно познакомиться, да? Вот. Так, ну что, начинаем приготовление обеда. Сегодня у нас галушки на курином бульоне. Куриный бульон уже готов. Все сварилось. Отлично, сейчас начищу картошку и лук. Морковка замороженная у меня. Так, представляете, оказалось, у меня нет замороженной морковки, так что сейчас буду использовать свежую. Здесь у меня уже в бульончике лук, болгарского перчика немножко, картошечка. И буду добавлять морковку. Почистила одну морковку, я ее обычно вот так вот разрезаю. И потом вот так вот ставлю. И вот так вот, тык-тык-тык. И вот так вот, в общем, вот такими брусочками. То есть сначала вот так, потом еще поперек. Так что сейчас будем все это нарезать. Так, а сейчас делаем сами галушки. Здесь у меня 3 яйца, но они были маленькие. Можно, естественно, на порцию. Здесь вы уже про порцию смотрите сами. Буквально капельку воды я добавляю, можно не добавлять. Все, теперь все это вилкой взбиваем. Добавляю соли. На щепоточку. Продолжаем все взбивать и добавляем муку до состояния такой густой-густой сметаны. Вот. Понемножку. Здесь у меня уже такая просеянная мука. Я ее сразу насеиваю вот в такой судочек, закрываю крышкой. Судочек, контейнер. В общем, по чуть-чуть добавляем муки и перемешиваем до состояния такого, чтобы не было комочков. Можно венчиком, чем угодно. И, ну, то есть еще потом. Сейчас все перемешаю, потом еще добавляю. Кто-то делает с манкой. Не знаю, я один раз попробовала, может быть, я что-то не так делала, но с мукой всегда получается. Манка вообще не. Мне не понравилось. Но это на вкус и цвет. Сейчас буду все хорошо перемешивать, чтобы не было вот этих комочков. Так, вот такая вот консистенция получилась. И сейчас будем все это варить. Готовить. Добавлять к супу. Так, и пар пошел. Надо было сначала ложку в бульон окунуть, потому что и сейчас уже будет не тот эффект, оно может прилипать. Вот. И, в общем, я вот так по пол чайной ложечки беру и добавляю в суп.
Получается вот такой вот суп с клёцками. Но в нашей семье его называют суп с галушками. Поэтому на вкус и цвет названия нет. Все, продолжаем добавлять. Все вот это вот тесто. Добавила еще мяско, обобрала. Вот здесь вот одни косточки остались собачке и котику. А здесь мяско кусочками добавила. Немножко еще воды, чтобы это был суп. Так, все, супчик закипел. Я уже попробовала, все в порядке с солью. Перевыключаю и добавляю чеснок и петрушку. Так, ну что, у нас уже почти час. Сейчас поехала Григория же отвезла, завезла Степе петрушку. Потом Гриша звонит, что забыл дома фотографии. В общем, давали образцы фотографий, цены там какие-то что-то 550 рублей, 450 рублей. Просто там на сером фоне фотки и там такие подстановочные типа а-ля с тачками. Как будто в детском садике, в общем, вот эти вот фотографии. Причем сегодня приедут фотографировать в нашей одежде. Это, естественно, у всех белые рубашки, ну, то есть школьная форма, да. И без пробников, просто сегодня уже вас будут сфотографировать, и сегодня собирайте деньги, сдавайте сразу же. Без пробников, без ничего, просто бывает, что дети не очень хорошо получаются, эти фотки не нравятся, а цена там аж какая-то, по-моему, заоблачная за одну фотографию, что там 450 или 550 за 4. Поэтому как-то... Мы отказались, и я считаю, что деньги вперед, это как-то чересчур, будто сбор денег приехал, чисто собрать деньги, уехать, и потом никто тебя вообще не знает. Вот так что мы вернули, Гриша просто забыл вот этот образец дома, его надо вернуть, но по мне это тоже неправильно, потому что носиться с этим образцом, получается, нужно никуда его не деть. Вот так вот, в общем, сейчас ем галушки и продолжаем работать, пока никого нет. Так, ну что, мы довязали петрушечку. Получилось тут сколько? 533 пучка. У нас сегодня погода вообще настолько ветреная. Просто, я не знаю, очень холодная. Виноград поспевает. Сейчас буду белье снимать. Развешивать Гришина кимоно. Так, у меня сейчас кофе-брейк с плавленным сыром, кофе с молоком и кардамон клаб с мастер-классом по конфетам шоколадным. Я тут начала делать тесто для пряников. Завтра же день воспитателя, представляете? Я даже об этом забыла. Сегодня наша воспитательница напомнила, раньше времени выставила пост с днем воспитателя в группе в WhatsApp, а потом написала: «Ой, извините, это же завтра», и я такая вдохновленная этим постом решила сделать пряники. Уже растопила все здесь на водяной бане по рецепту. Сейчас я вам покажу, может быть, кто не видел мой рецепт пряников. Я не знаю, что тут у нас с вкусом. Вот это вот состав, вот это вот как делать. Вот, и все, вот сколько печь. И все в холодильник. Ну, а сейчас позвонил Гришка, что уроки закончились, так что я быренько поеду его заберу, потому что с таким ужасным ветром, ну, невозможно ему будет идти 40 минут пешком по ветру. А, где я? Вот я появилась, так что сейчас одеваюсь, утепляюсь и за Григорием. Так, жду этого ученика, где он сказал ему: иди до памятника, а потом иди до дороги сразу. Он так: да не до той дороги. Гришка, не до той дороги, не до той стоянки. Увидел, бежит. Ой, Григорий мне. Ты домой пойдешь, сын? Как ты себя сегодня вел? Я тебя заберу домой, и потом до Кума поедем. Поедешь до Кума? Все помыли, Илюша.
булочки съешь. Нет, мы сейчас домой, а потом я, кстати, до кума. Саша. Сегодня же до крестного. Я Сашу веду. Сашу веду? В школе? Да. Так, ну что, поехали, дети? Антош, ты поедешь? А зачем нас дядя Степа? До дяди Виталика. А? До дяди Виталика. Так, ну что, пряники пекутся в духовке. Вот такие вот пряники. Сердечки и колечки. Кружочки. Папочка уже ждет, когда же мы соберемся, да, папа? Первый раз папа приехал вовремя, а жена-то... А у жены вдохновение. На что? На пряники. Так, ну что, я сейчас буду краситься. Вот такой вот штукой. Нет, я сейчас не могу. Гриш, можно я сейчас накрашусь? Все. Не буду я включать никому интернет, буду краситься. Вот это мне нравится. Главное подобрать цвет, потому что вот этот вот был зимой мне очень-очень темный, но сейчас для загорелой кожи он мне подходит и он мне нравится. Вот такой какой-то цвет, вот он у нас написан. Это такой, это такая нашивка, ее пришили, ты ее не должен отрывать, понял? А как она на вак? А? Тебе не нужна нашивка? Да. А что, тебе не надо такое? А да. Мне кажется, красивая. Ну-ка, посмотри на меня. Тебе нравится? Мам, где? Где ты? Это кто? Мама лит, а да выкали. Кто там? Ну, скажи мне, кто там, я не вижу. Дома. Ты? А тут я. Я собралась тоже, сейчас только в машине возьму помаду, от Faberlic накрашу губы. Слишком близко, вот так вот, нужно немножко подальше от камеры. И можно тогда что-то сказать? Да. Что ты будешь говорить? Мы тут Аней выгом. Да ты тетя Аня. А еще такого? Акумы. Как кума зовут? Атали. Правильно, дядя Виталик, да? Атали. Ну что, поехали? Да. Так, все, твою... Непал котяп! Да, это же будет пазл, где я Виталик собирать. Мы же всегда дарим только полезные подарки. Вот это пазл. У меня и у Афони. Как его собрать? Кто знает? Мама, браво! Так, отходи. Придумали. Гриш. Где пазл? Я тебе просто поставил и прикрутил шуруп. Да? А вот я и Виталик. Жарит же шашлыки. Да, тебе надо колу? Котлета, понял, ты самый первый, да? А кума звать ты будешь? Кума! Не, не кума, а кум. А, люди, они там. Папа не игрушка. Он катает деньги. Я покалю кум. Че, я знаешь, что потом? Мы с реально деньги. Кто будет задавать свечи? Чего? Удалось нам разработать идеальную форму фюзеляжа стратегического бомбардировщика. Сразу не скажешь, что у этого самолета аэродинамика. Ты сначала скажи, кому с днем рождения. А свет надо выключить. Да. Гриш, выключи свет, пожалуйста. За грозный вид и огромную боевую нагрузку. НАТОвцы окрестили 195-й медведь. Говори, с днем рождения, куму. Давай, будь. 4 часа. Один за другим, за несколько минут, разделились в взлетной полосе. Ура! Время пошло. Дядя Виталика. Дядя Виталика. Удары по объектам ИГИЛ в объекте Зеленодора. Ну, станцуй, конечно. Ты знаешь уже танец? Так, ну что, у нас уже без 5:12. Мы приехали с дня рождения, у меня здесь кардамон клаб, прямой эфир по шоколаду, и сейчас я выключу. И здесь у меня мои пряники для воспитателей. У Антоши два воспитателя в группе, и у Гриши, и у Афанасия для воспитателя. Вот такие вот будут пряники для воспитателей, то есть по два пряника. Здесь что-нибудь напишу, и здесь вот такие вот мячики. Как вам напишите, ну, вот так вот. Сейчас еще до... В общем, на, получается, на один белок делала глазури, не хватило айсинга. И теперь еще раз буду сейчас замешивать.
Так, ну что, делаем еще раз айсинг на живом белке. Здесь одно у меня домашнее яйцо. Одна пачка Роспак у меня была, сахарная пудра, одна пачка 150 грамм. Щепотка лимонной кислоты, можно лимонный сок, но сегодня у меня его не оказалось, поэтому буквально щепотка. И все, вот это вот взбиваем 2 минуты на самой маленькой скорости. У меня обычный миксер. Так, вот такая вот у меня сахарная пудра, и ее сейчас оказалось мало, поэтому еще немного буду сюда просеивать вот таким вот ситом. То есть все сюда просеиваю, по чуть-чуть добавляю и потихоньку еще перемешиваю. Так, ну что, вот так вот выглядят мои пряники. Я на обычный айсинг, просто как будто бы на клей, на вот этот вот белый, заново приготовленный, приклеила цветочки, которые уже у меня были. Вот такой вот пряник получается. С почерком у меня, конечно, не очень. Я просто смотрю в Инстаграм, многие на проекторе пишут очень красиво. У меня, конечно, все в кривь и в кось. Вот. И сейчас пойду умоюсь, и потом уже белым залью вот здесь серединку, потому что я думаю, что красный еще не до конца высох, вот соседний цвет, и цвет может мигрировать. Поэтому ждем, пока он до конца высохнет. И все, вот это вот до завтра все высохнет, и будет вот такой вот подарочек для воспитателей. Еще раз напомню, что вот это вот у меня какой-то там тефлоновый коврик, который я заказывала на Алиэкспресс. И на нем пряники просто супер-пупер. Гляньте, сзади ни муки, ничего, и они очень гладкие сзади, с обратной стороны сзади. Вот, сейчас иду умываться, и потом уже сделаю вот здесь вот белые серединочки. Так, ну что, прянички готовы, все я дозаливала, все доделала, так что теперь, вот еще точечки здесь решила поставить вокруг вот этого сердечка якобы. Вот так вот получилось. Уже час ночи, так что иду спать. Да, знаете, уже 1:15, так что быстренько вам скажу по поводу пряников. Хотела сегодня поснимать, как я их делаю, но, знаете, начала их очень поздно. Мне действительно нужно в какие-то выходные прям замесить тесто и сделать пряники и показать, так как некоторым было интересно, как это именно делаю я. Но могу вам сказать, я вообще в этом деле новичок, сделала там, не знаю, может быть, 40, там, может быть, даже меньше, я не помню, сколько я сделала пряников, вот, поэтому еще с айсингом мне самой сложно разобраться с консистенцией, лучше вам посмотреть мастеров на YouTube мастер-классы, либо и в Инстаграм их много, многие включают прямые эфиры. Но вы знаете, все равно с консистенцией айсинга именно, то есть тесто-то здесь понятно, испекли по своему любимому рецепту, попробовали несколько, кто-то с медом, кто-то без меда, в общем, разные варианты, расписывать хоть покупные, да, там печенюхи, в этом не суть, а суть именно в айсинге, какая будет консистенция, потому что кто-то мне писал, что я сделала пряники, расписала их, но жидкий айсинг весь уплыл. У меня было то же самое. Первый раз, кто смотрел моих человечков, это был ужас. Они просто расплылись. То есть я их положила, вроде бы сначала все держала форму, а потом просто расплылось. Получается, что нужно больше сахарной пудры добавить. Если, наоборот, плохо расплывается и не гладкая поверхность, то есть тогда нужно добавлять прям по капельке воды и все тщательно перемешивать. Вот, так что как-нибудь на выходных соберусь обязательно, только не на этих. На этих мы вроде бы едем в Ейск. Вот, к родителям уже давно не были. Когда мы были последний раз? Даже в августе мы, по-моему, не были. То есть мы были еще аж в июле. То есть уже 2 месяца не были, это очень долго. Мы стараемся вообще каждый месяц ездить. Вот. Так что вот так вот пряником, просто что сегодня я вдруг проснулась с тем ощущением, что завтра уже день воспитателя. Вот, так что вот сегодня не получилось вам все показать. Обязательно соберусь, сделаю это. Как всегда обещаю, не делаю, блин, ну, пока мы вяжем, если честно, очень сложно. Когда мы не будем вязать, дети пойдут в школу,
и в садик, и у меня будет свободное время, получается, с 12, ну, даже с часу до 5, поэтому до 4, до 5, смотря сколько у Гриши уроков, поэтому я думаю, что как только немножечко похолодает, у меня уже даже голос хочет спать, то будем с вами делать пряники почаще. Вот так вот. В общем, все на этом. Все. Всем до завтра. Пока.